Так, сегодня у нас 6 декабря. Погода вот такая, маленько ветерок. Не знаю, разойдется, не разойдется. Сыпет снег. В поселке Чумском Иркутской области. Всем привет. Так, хорошо, идешь, дышишь. Кстати, снегу ничего так навалило. Пошла в магазин за хлебушком. Ой, маленько даже метет. Зимушка, зима. Все равно здорово. Как красота сегодня на улице. Снег у нас навалил за ночь вот столько. Иду вся в снегу. Красотища. Ветерочек небольшой дует. Погода прекрасная. Не холодно. Поселок Чунский в снегу. Заваливает. Красотень какая. Снег наваливает. Ну, настроение сегодня отличное. Вчера настроения вообще не было. Какая-то грусть, печаль на меня вчера навалилась. Как-то все так. Не знала, куда себя деть, чем заняться. Сегодня вроде бы ничего. Ну, не знаю. Ну, ветерок поддует. Пошли какие-то. Поселок у нас большой, школ много. Даже не знаю сколько. Сама здесь живу недавно. Ну, чего так снежку подваливает? Центр еще валит. Так что пошла в магазин. Так, сходила в магазин, купила хлеба, 2 булки белого и небольшую горсточку конфет. Отдала 212 рублей. Это просто кошмар. Что же за цены-то такие, а? Куда же они ползут? Ничего не понимаю. Как будем жить дальше? Не понять. Ну ничего. Выживем. Настроение отличное. Не надо унывать. О, какая погода. Дует, дует. Все равно красота. Сейчас приду, чай с конфетами сяду, напьюсь с молоком. Что-нибудь постряпаю. Глядишь, настроение поднимется. А так вот в городе вообще не знаешь, что делать. Когда особенно переехал, ни близких. Не, близкие есть. Ни друзей, никого. Когда ни с кем не общаешься, ничего не знаешь, вообще тяжело. Прям грусть, печаль. В деревне жила, знала, чем себя занять. Там вышел с утра двор, пошкреб, скотину накормил. Вечно какая-то работа, какие-то дела.
дрова, вода. Здесь сидишь в этой квартире. Конечно, с комфортом ничего не говорю, но... Так что вот так. Всем настроения хорошего. Радости, добра, улыбок. Вот. Сходила хлебушек беленький. Две булочки. И вот только конфеток. Все это на 212 рублей. Если каждый день в магазин ходить, это какие расходы? По самой мелочи брать вообще. Эти конфеты по 600 с чем-то рублей. Ну, а пластилин брать не хочется. Хочу показать свои цветочки домашние. Что-то они у меня все какие-то болеют. Декабрист вообще ни разу не цвел. Не знаю, что с ним, что не хватает. Кого надо? Здесь вот я купила цветочки. Такой вот. Надо пересадить. Декабрист тоже. Вот такой. Сейчас займусь, наверное, пересадкой. Это мне надо пересадить. Тут земли мало. Марая. Вода вообще ужасная. Тут хотя отстаиваю. Алоэ вера. Так, лимон тоже не растет. Здесь пальма моя, драцена, тоже вся какая-то худая. Тут. Это я кошке с собачкой ращу травку. Вот решила. Совсем у меня что-то. Здесь цветы напольные, все какие-то больные, какие-то непонятно, что им не хватает. Здесь у меня в комнате герань моя осталась с лета, три вида. Тоже вот, тоже надо, наверное, покормить что-то все. Говорят, зимой кормить не надо, пусть растения спят, весной надо. А мне, видать, надо сейчас, потому что совсем что-то какие-то худые. Худые, что-то им не хватает. Вообще, вот тоже герань вообще ни цветоносов, ничего нету. Так что будем кормить золой. Привезла от мамы золу с печки древесную. Вот. Развела на литр столовую ложку. Сейчас настоится. Буду поливать свои домашние цветы. Как говорится, золой водой, золой настоянной. Не знаю, полью, может, получше будет. Не знаю я, что делать, что у меня с цветами. Так что, может, кто что знает, подсоветуйте. Но! Ну, шалопай, а? Что, весело? Кому весело? Дай картопыча. Дай Кате картопыча. Где картопыч? О-о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 -
Юру сегодня в ночь вот приготовила курочку, пожарила в приправах. Грудку куриную замариновала, пожарила. Сейчас сюда добавлю макарошки, вот варятся. Сейчас доварю и макарошечки. И будет на работу вкусная еда, еще и завтра покушаем. Потому что что-то надо. Вот. Такую вот вкусняшечку, куриная грудка в пряностях. Сюда добавляю карри, перчу, солю. Паприку копченую. Вообще класс получается. У меня еще кунжутное масло растительное. Так что вот такой полноценный ужин приготовила. Что-то куры совсем не несутся. Вообще перестали. У меня их 19 штук и петух. И вообще 0 яиц уже какой день подряд. Что делать? Сейчас вот сходила в магазин. Купила им комбикорм, у меня комбикорм, я их кормлю пшеницей, и купила прикормку, это рыба-кровь и рыбный протеин. Сейчас попробуем подобавлять, маме отправила в деревню, не знаю, будет эффект, не будет. Так, кто что знает, может, посоветует. Конечно, я понимаю, что у курей должен быть какой-то перерыв, там этот, линька, не линька. Ну, все 19 это нереально. У меня же есть и совсем молодки, есть и постарше, как бы по-разному, в разное. Так что посоветуйте, кто что знает, как можно, чем прикормить, что сделать, чтобы курочки начали нестись.